Сейчас мы лечим колено моей мамы катушками Мишина. Вот у нее что-то с коленом случилось, ходить не может третий день. Приобрели, благо здесь рядышком у нас, приобрели вот катушки. Выставили их на 30 минут. И сейчас вот это вот против часовой стрелки движения, а надо класть по часовой стрелке движением. Это вот типа торсионных полей, потому что это сделано на исцеление, на заряд. Энергетические исцеления. Вот мама сейчас будет сидеть 30 минут. Вот эта катушка, она как бы расплющивает болезнь. А другая катушка, она выводит. Вот еще одна катушка, она выводит болезнь. По крайней мере, очень хорошие отзывы. Проверить, работает или нет, надо положить на нее вот эту штуковину. Она должна загореться. Вот, горит. Все, энергия идет, энергия пошла. Сидим, выздоравливаем. Ну что скажешь? Закончился сеанс. Ну что, легче? Ну, честное слово, легче. Прямо не скажу совсем. Осталась, конечно, боль здесь. Но не сравнить, как я ходила здесь. Я сейчас поднималась, вообще нога сгибается. Ну поднимись, потому что 3 дня лежала, поднимись, ну-ка. Ну я лежала, но сегодня уже мне было легче. Но все равно я ногу за собой. А у меня это от падения. Потом 4 месяца прошло, и снова я на лестнице ногу подвихнула, попарила и с дура. И заболела нога ужасно просто. Ну, и что сейчас? Ну что, я ходить могу, что? Никакой боли нет. Нету, да? Ну, досталась она внутри там. Боль есть, конечно. Но у меня нога вообще, когда садилась, она мне не сгибалась. Коленка-то сейчас сгибается. Я даже встаю спокойно. А то я же как поднималась. Ну хорошо, дальше будем пробовать. Это только первый раз, поэтому... Я удивлена, честно. Я боялась, конечно. Да, ты не хотела. Да. Попробуем, посмотрим, что будет дальше.